Часто пинг ноль. Ты здесь, Андрей? Я сыграл бы. Я хочу. Сыграл бы во что? Уточняйте теперь. О, нормально. Тьма зовет меня. Нормально. А че он как? А, козлик, сатир. План. Сатир. Тенепляс. Сколько еще игр будет? Не знаю. Сколько сил хватит, столько и будет. Соломея, ты жестоко. Ну что, поймал? Это все. Сколько самаретта у нее бьет. Хотя мне молоко как... тоже нормально. Подразнил. А, не успел. Go Hots. Так, еще что. За господина! Hots плюс, Hots плюс. Забавно. Hots плюс. Это все. Ого. Ну как-то ХС больше. Неплохо. Не, Андрей нашел, конечно, время. Так, 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 ну телефон. Когда вы уже поженитесь? Ну, когда не поженитесь. У меня, посмотри героев, у меня сильные. А кто у тебя? А ты можешь смотреть на мой круг? Чего надо? Уже не можешь. Уже не могу. Хорошо, сколько, этот, что там у тебя? У меня лучница, этот... Это все. Этот и этот еще. Чего? Как... Ну... Какого черта этот козла взял, блин? Какой-то Фокс. Я не знаю. А, кто... Фокс, ну, более-менее. А кто еще? Лучница. И еще? И этот огненный. Ну, огненный, мне кажется, не очень. Ну, огненный, да, так себе. Ну, Фокса, наверное, да? Фокс бери, да. Неплохой план. Это все. Как скажете. Главное, этот. Стой возле этого магазина, а то пен будет. Забавно. Так, я не понял, что правый не уводит? Неплохой план. Правый, вы что, офигели, что ли? Ладно, пофиг, гол на пойдем этим. Пойдем вниз. Ну что, поймал? Ну что-то правые офигели. Опять ты. Забавно. Это все. Забавно. Неплохой план. Это блин, эти... А они со свитком еще? Это я ушел от получения опыта. Блин, они в итоге нам в спину напали. Ну, правых надо будет покарать. Они, этот, не пошли, когда все пошли. Из-за этого они оказались нам в спину. Бьют. Ты пишешь письма ветер в спину? Возможно. Возможно, да. Куда? Ну что, поймал? Неплохой. Посмотрим, может, под конец игры я это забуду. Но пока я хочу их покарать, потому что... Это не очень. Минус звук. Так, ну чё? Не, ну слушай, если вы будете четерить вот так вот, то можете вы затащить. Неплохой. Вполне. Это все. Забавно. Неплохой план. На нас напали. Да, все. Забавно. Неплохой план. Да, ваш бро. Его надо. Забавно. Так, ну что, козлик, это давай. Все. Неплохой план. О! Вот чем мне нравится сатир, что он хорошо стилит. Неплохой план. Неплохой план. Забавно. А, он походу корни вообще не учил, что ли? Неплохой план. Это все. Неплохой план. Так. Наверное, ты возьмешь все-таки. Там, все дела. Ну как они любят-то в спину забегать. Ну сейчас-то ладно, но в начале. Ну блин, козлик, кидаешь ты корни. А, он их не... А, ладно, окей. Ой, какой козлик у нас козлик-то, а? Это все основали. За господина.
Козлик, главное, с херокиллером. Ой, блин, я грыть на атаку делаю. Ну ладно, пофиг. С херокиллером не взял корни. Вот то-то, то-то, говорит мой сатир правильно. Да, естественно, сейчас эти, блин, челы 5 левела. Герои бегают, потому что к нам в спину напали на халяву. Потому что все вывели, а они нет. Давайте его протуннелим. Да козлик-то ладно, вот правые провинились. Че же он такой лагучий-то? Жалко, вроде неплохо играет. Сори, мой советник не вывел. Так ты бы вывел, чё? Какая разница? Там вначале там у тебя 12 футменов, все равно больше в ряд не поместится. Вы все там виноваты. Ой, туплю. Ладно, ну я сейчас прям вообще максимально эффективно взял. Все. Это все. Неплохой план. Задачу. Неплохой план. Забрали это пацана. Все. Так, ну что, давайте сделаем, наверное. Ну что, поймал? Туренчик. Это все. Ой, лол, я хилку прожал в эту же секунду, как сдох. Ну ладно, этот, хилку сэкономил. Будем считать, что... Все неприятно, конечно. Я уже нажал хилку в эту секунду и тут же отдался. Отстой, отстой. Герой у меня хороший, лучший. Самая лучшая крыса, по сути. Потому что очень много дамажит в начале. Самодостаточная крыса, скажем так. Блин, ну воскрешайся, давай, друг. Да, ваш броди. Так точно. Да, ваш здесь, что прикажете? Ну, пока героя нет, можно и подконтролить чуть. Наверное, единственный, кто тут с грейдами на футменов. Тьма залетная, бежим. Корни же, корни на лича. Неплохой. Где корни на лича, товарищ? Ну, с корнями на лича ты чуть-чуть протянул. Ну, вроде наши забрали. Да, левелап. Левелап у козлика было, значит, наши забрали. Нормально. Это уже грантосики. Феникс. Бесячая тема. Это все. Просто с руки забрал. Чела. Я не знаю, даже есть ли смысл в ульте. Наверное, и есть, конечно. Но пока что-то не тянет ее качать. Это все. 114 голды за нее дается. Да, я, наверное, на следующем левеле просто два спыла возьму и все. Наш, да? Твой? Ого! Чел меня ультанул своей штукой, которая 10 минут перезаряжается. Ну все, чувак. Надо будет его побыстрее снести, потому что голды у него все равно будет немного. Хотя сейчас он у козлика, походу, заберет. Козлик, алло. 5-й левел, я 7-й. Как так можно вообще? Здесь столько раненых футов.
Гитин. Контрольчик на миллион. Наверное, пока пару грейдов сделаю. 8-й левел уже алхимик, офигеть. Это 7-й. Ой, козлик у нас корм. Не, этого не отдадим. Да, что-то как-то херокиллер задолбал. Надо его убить. Город наших союзников после исследования завершено. На нас напали. Неплохой план. Исследование завершено. За господина. Минус телепорт, зашибись, я все равно добить его не мог. Это очень круто. Что он потратил телепорт. Это все. Слушай, сначала, наверное... О, еще один потратил телепорт. Ну, телепортироваться вечно они не будут. Я надеюсь, по крайней мере. Это все. Неплохой план. Это все. Забавно. Ах ты лол! Вот это дамаг! Офигеть! Что тут так герои отдают быстро? Неплохой план. Неплохой план. Офигеть, ребятки, вы что? Это все. Да лол! Это все. Неплохой план. Это все. Забавно. Это все. Неплохой план. Вот это тут герои отдаются. Неплохой план. Неплохой план. Ну корни же, ну корни-то, ёпры, СТ, ну чё такое? О! Почему у нашей базы было так не сделать? Где юнити стоят? Это всё. Неплохой план. Здесь рифлы нулевой грейд, 7-й грейд, у желтого 7-й грейд. Это всё. Неплохой план. Офигеть. Это все. Забавно. Ребят, это еще все. Два места вход есть. Забавно. Это все. Заходите, мы вас ждем. Неплохой. Двоих. Все остальных нет. Ого, дабл килл. Забавно. Офигеть. Ну что, поймал? Это все. Реально, дабл килл, причем с руки. Готовься восстанете. Андрей. О, хорошо сыграл, но... Но-но. Блин, как-то без меня такое количество героев убили, но благо дабл килл с руки. Андрей, тебя сейчас убьют. Ой-ой. Это все. Неплохой план. Офигеть. Лич какой-то хороший вообще. Это у Лича столько хилок? Офигеть, у него 3 хилки. Ну что, поймал? Неплохой план. Забавно. Это все. Неплохой. Ой, лол. Блин, ну а козлик, конечно, ни о чем. Он ничем не помогает нашей команде. Ах ты лол. Победил. Ну он 12-й левел, блин. Я не понимаю, зачем чел брал хранителя рощи, зачем он так плохо им играет. У нас был Mountain King. Такая нормальная жратня. Которая с Фоксом нормально стакается. Непонятно. Считайте, что его нету практически. Один, у меня все нубы.
Ну слушай, вы, то, что вы вывели футов под конец игры, это уже нормально. Нормальный вам буст дало. 12 левел, пипец. Не, хорошо, Лич играет, сложно с ним. Сложно с ним. Исследование завершено. Забавно. Неплохой план. Чего надо? Опять ты. Забавно. Это все? Забавно. Забрали мы пацана. Пока ничего не учим. На 10 левеле 2 скилла выучим. За господина. Забавно. Корни, конечно, были не кинуты. Но там все равно был телепорт. Но если бы не было. Это все. Забавно. Это все. Забавно. Это все. Умри. Забавно. Мы на наших рифлов запушивают. Неплохой план. Ну кто-нибудь тут сдохнет, нет? Неплохой план. Куда никто? Это все. Привет самому. Неплохой план. Это все. Лишь тут крикун, конечно. Так, есть тут кто? Слабый. Не особо, блин. Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Это ой, все. Неплохой план. Ёпарасоте. Чего надо? Это подстава. Забавно. Я просвеченный. Здесь рифлы дикие. 10-й грейд на атаку. Вот это сильно вообще. Нормально, забрали его. Видимо, все-таки надо учить ульту. Ульта эффективна. Ульта эффективна, когда ты. Жутериком. Как обычно фрути. Это все. Нормально. Это все. Неплохой план. 11-й левел. Ну можно взять ульту, в принципе. Забавно. Особенно сейчас, кстати, можно ее заюзать. Сколько там мана? 450. У меня все равно хп нету. Вот этого замочить. Он такой приятный. Забавно. В плане денег. Неплохой план. Только единственное, надо хилочку взять. Чего надо? Забавно. Забавно. Неплохой план. Это все. Что делаешь? Забавно. Ноги разминаю. Неплохой план. Болят. Это все. Не бегает. Не бегаю, на месте стою. Это все. Что на месте бегает? Неплохой план. Это все. Зарядка. Ой, 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 забавно. Это все. Так это проспел такой. Это все. Спел, чтобы оставить там 100 хп. Убиваешь врага и остаешься с сотней хп. Ну что, поймал? Опять ты. Неплохой план. Забавно. Это все. Ты на бас. Его надо. Исследование. Ого, там уничтожили пацана. Неплохой план. Герой наших союзников. Отлично. Это все. Исследование. Блин, ну этот чел, конечно, задолбет. Куда пойдем? Ну что, поймал? Забавно. Неплохой. Исследование завершено. Забавно. Это все. За господина. Неплохой план. Отлично, задолжили.
Да, ну собака пипец, конечно. Вы кого-то убили там? Неплохой план. Это все? Чего надо? Умри! Забавно. Это все? На нас напали. Ты. Ну что, поймал? Так, неплохой, офигеть. План. Это все? Эти ульта, это один килл всего. Забавно. Это все? Забавно. Ой-ой. Неплохой план. Это все? Забавно. Неплохой план. Так, 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 отойдем, это пацаны. Все? Хотя не, лучше выпить все-таки. Неплохой план. Забавно. Потому что бегать с таким количеством хп не хочется. План. Опять ты. Это все? Че, корни будут? Корни, ну-ка, ну-ка, ну смотрим. Догадается он кинуть корни вражеского героя? Видимо, не очень. Это все? Забавно. Че, себе отошел? Подошел? Добил. Неплохой план. Забавно. Это скилл. Неплохой план. За господина. Забрали пацана. Тут второго левела качнул. Не знаю зачем. Там коняги уже, блин. Это все. Это все. Блин, ну вот были бы чертовы корни здесь. Вообще, он стоит, дерется с Фениксом, короче. Подвел бы юнитов хоть. Это все. Ты стилер, чертов. Ну ладно, хоть лича убил. Я-то именно играю не просто кого-то унизить, а на победу, а лич пока самый главный кандидат на победу. То есть, когда убивает лича, я, в общем-то, в плюсе. Блин, у нас нет ни одного чувака, который издалека может костами кого-то убивать. Изблизи тоже особо. Нету. А он тебе что, все деньги свои отдает? Не знаю, он мне 300 голды один раз дал. Ну, а у него вообще ничего нет. Ну вот такой у нас союзник. Футмена денег нет, но, видимо, тебе отдает. Он мне 300 голды дал. Ну, значит, ты не замечал. Ну не может у него за всю игру 300 голды быть. Не знаю. У него код не есть, он на корне все деньги ушли. Кого убить? Потерял корни. Ну что, поймал? Пусть там такая вообще жесть. Неплохой план. Это все. Забавно. Это все. Исследование завершено. Забавно. Неплохой план. Это все. Забавно. Неплохой план. Забавно. Исследование завершено. Уф, добил. Использовал хилку. Да чё он все меня-то бьет, я не понимаю. Кто? Да вот этот. Козла добил. Собака. Уф, 16 левел. Все, теперь у меня максимальные левелы моих нюков. А, все, уже добил. Нормально. Ты этих своих двигай дальше. Что прикажете? Тут собака, блин. Че это за собака, я не понимаю. Но это Ильдан в нее превращается. Ясно. Это все. За господина. Забавно. Че, не хочешь там что-нибудь купить? Может, скинемся? Ой-ой, я промахнулся кнопкой. Ясно, не надо в тебя инвестировать. Ну, у меня 3200, то есть если ты мне дашь 2800, то я буду сильным. У меня будут Турены. Ну, были бы у меня... А, то есть Турены только будут? А, вся твоя сила. Ну, я думал, купишь какой-нибудь там артефакт.
Убить всех, например. Ну, не знаю, можно еще вариант взять твой голд, получить когти плюс 100 атаки, лучше убивать героев. Есть такой вариант, но я сейчас так, в принципе... Не, ну, в принципе, можно скинуться, но я, мне кажется, то у Рена были бы лучше. Потому что я и так херокиллер. Ну, смотри, кого я могу нормально убивать? Жука я не убью. Не, ну, хотя не, можно, у него 1500... О, ты можешь вот этого дикого убить? Да, могу. Ладно, давай мне сатен, я буду его мочить. Сто просто. Ой, косарь, косарь, косарь. Тьма зовет меня. Тебя только? Слушай, я за эту игру убил больше всех героев. Я, может, больше убил чел, который фидится на нашем козлике халявном. Вот смотри, опять в меня прокат. Ну я его забрал. Как он забанил, а? Сейчас он садит нову сюда. Хотя ладно, давайте этого заберем лучше. Ой, с руки забрал, лол. А мне пофиг. Это все. Неплохой план. Это все. Так, ладно, нужно ману чуть подрегинить. Так, ну что, давайте эту тему возьмем. 10 тысяч дэмэджа. Жалко, по зданию не работает. Чего надо? Это все. Купи мне баночку. Поймал. И передал. Чего надо? Это все. Это все. Мне кажется, когти, видишь, не так нужны. Это все. Забавно. Неплохой план. Это все. Неплохой план. Ах, этот. Ну, сейчас я его загашу, надеюсь. Умри. Это все. Ты пешится уже сам. Это все. На какой раз. Это все. Неплохой план. Это все. Неплохой. А здесь вроде самые слабые пацаны. Или здесь вообще никого не осталось? Там никого. Рифлы стоят только. Это все. Ну что, поймал? Какие-то неистовые рифлы здесь. Нафиг, короче. Неплохой план. Забавно. Это все? Чего надо? Забавно. Кого убить? Куда пойдем? Чего? Опять ты! Это все? Забавно. Лич готультует, а уже не ультует. Нормально. Это все. Забавно. Это все. Забавно. Это все. Там есть дикие рифлы. Неплохой план. Интересно, этого я смогу убить? Умри. В принципе, могу. Это захочу. Все. Захотел, убил. Неплохой план. Это все. А лича ты не убиваешь? Да пока что-то не получается. Но я его очень много раз убил, поэтому он себя очень аккуратно идет. Ведет. Забавно. Я бы собаку убил. Чего надо? Офигеть, он меня увидел, сразу ТП, короче, прижимает. Считай, этот, ему увидеть меня стоит 180 голды. Пол телепорта. Вот этот чувак просто хейтит меня, я не знаю. Я только появляюсь, он сразу все. Я за твоего союзника убил. Ты что, он был продаман? Хорошо. Забавно. За
Лавина! Неплохой план. Забавно. Неплохой план. Забавно. Это все? Неплохой план. Это все? Это все? Забавно. Неплохой план. Да, КД здесь, конечно, вообще не королевский. Забавно. Затопчу. Это все? Забавно. Неплохой план. Дима? Дима, Дима, ты не понимаешь, что ты Андрей. Или Андрей, ты не понимаешь, что ты Дима. Что, поймал? Это все? Неплохой план. Постройка завершена. Все? Умри. Забавно. Неплохой план. Сломик тут рядом контролит. Это все? Забавно. Пойдем куда-нибудь пофармим, я не знаю. Это все? Забавно. Неплохой план. Ну, я не знаю, сложно. Неплохой. Ну, если этого сейчас убьем. Лич, лич, лич. Задавчу. Забавно. Можно. Хотя там собака, блин, все убьет. Ильдан, Ильдан. Неплохой план. Чего надо? Сейчас смотри. Давай, как сможешь, стан давай. Давай, стан. Ты дал стан? Да, да. Это жуки. Фуф, убил. Ну чё, мы двоих убили справа, пока мы второго убивали, уже первый этот. Офигеть, такая хардовая игра. Чего надо? А сколько там медальон на хп стоит? За 700 есть крутой медальон. Ну 400 хп дает, да? Да. Надо купить его. Это все? Да, я героев, конечно, убил нещадно. Ну, учитывая, что больше, в принципе, никак наша команда не фармит. Это все? А чё ты жука быстренько не убьешь? Это все? Да, попробуем. Ну, вообще, вряд ли. Хотя... Забавно. Там просто возврат урона. Хилку почти на эти деньги теперь покупать. Неплохой план. Это все. Там очень, у меня очень жесткий урон, а у него очень жесткий возврат урона физического. Пойду медаль купим. Ну что, поймал? Да фиг тут пройдешь. Что нужно? Да, я вижу. Ну, как мне в магазин попасть? Никак. Ну, мне очень надо. Сейчас я, ладно, повел своих пацанов. Ну что, поймал? О, сейчас будет вообще хорошая битва. На нас напали. Что нужно? Да? О, мне туда. Его надо. Это все. Ой-ой. Забавно. Это все. Фух, блин, убил этого гада. Ай-яй. Это все. А че я стою на месте? Неплохой план. А, лол, это просто все. Большое количество действий. Забавно. Пец. Это все. Неплохой план. О, лечал меня. Да. Ну что? Там лич только нафармил с правых, это просто пипец. Что нужно? Опять ты! Неплохой план. На нас напали. Чего надо? Ну что? Отлично! Все враги! На нас напали. Отлично, враг! Все. Исследование завершено. Что нужно? Стинга.
Стараемся сломать пацана. Получается. Это все. Я враги. Чего надо? Исследование завершено. За господина. Стараемся сломать этого. Стараемся уйти. Что прикажете? Опять ты. Неплохой план. Все, ломаем этого пацана, можно его, кстати, вот так вот. Какой у него 10 минут откатывает ты, да? У меня? Нет, у этого чувака. Ну, я думаю, в этот по своим смертям можешь замереть. А-а-а. Неплохой план. Чего надо? Умри! Затопчу! Это все. Неплохой план. А как мне там это... Неплохой план. 13 тысяч, да, копить неуязвимость к магии? Не, ну нет смысла особо. Неплохой план. Ну, слушай, я вот его увидел, убил сразу же. Блин, черные кнайпы. Офигеть, мы вовремя убили. Если бы мы сейчас не убили его союзников, была бы жопа. У него уже черные кнайпы, но он один. Опять ты. Это все. На одна черных. Ну, черный Таурен, это ж нормально фигачит. Но, блин, я не знаю, как, сколько мы будем их копить всю жизнь. Не, ну мы очень хороший марш-бросок сделали. То есть, лечу, мы почистили союзников. Корни, корни, чувак, корниш. Корни дамажит. Так, ушел, а то там бы следующий херак... Ого, да там настанил. А, быстрее, быстрее, его меня кто-то спас. Ненадолго. А! Это все. Неплохой план. Это все. Неплохой план. Черт! Отстой. Наш герой. Отстой вообще. Ого, на нас пошли, надо сразу выводить. Сразу выводить, чтобы чела не сбрили сразу же. Офигеть, убили меня и сразу же напали. Вот они. Калькуляторы. Блин, ну он пеньков, конечно, вызвал. Эти пеньки тут мешают моим туранам пройти. На, союзник, конечно, у нас мог бы быть и посильнее, скажем так. Ой, там лич ультует. Ёпперсоте, остановите кто-нибудь его. У меня маны нет. Пипец. Теперь есть. Но уже поздно. Блин, тут фениксы чертовы. Сейчас брили. Ну что? Чего надо? Неплохой. Исследование завершено. Что, мы сейчас тоже покараем. Это все. Зашибись. Наших союзников посадят. Неплохой план. Феникс сейчас тоже сдохнет. Ну, кстати, слушай, можно сделать вниз марш-бросок каким-то образом и убить чувака Сергея. Это все. Неплохой план. Или вот этого выше всех. Ой-ой-ой, мне героя забрили. А что-то не понял, как так произошло. Видимо, Койл какой-нибудь догнал. Фейл. Ну все, тогда я отвожу своих пацанов. Там отдался. Ой, какой бузер идет. Нет, Таурончик, живи. Что же так станете-то? Ой, зачем же ты пришел сюда, козлик? Козлик, а козлик ульту интересно учил, он может, кстати, очень хорошо залутовать. Да, офигеть, если бы мы лечу союзников не почистили, он бы уже выиграл, наверное.
Мы провели оперативную зачистку. Нам чуть-чуть осталось накопить. Тьма, ну да. Меня. Если я не буду так героев отдавать. Неплохой план за господина. Это все. Забавно. Захвати маму. А нас тут это. Чего надо? Не очень все, короче. Это я тебе передал ману. Неплохой план. Это все. Неплохой план. Забавно. Еще есть? Я выиграл. Ай, ну все печально. Это все. Они высасывают ману. Я не знаю как. Ну ГГ. Тебе? А вот нижнего уже убили, да. Опять ты. Неплохой план. Неплохой план. Это разные, да? Да. Ну двое к нам пришли просто. Да. Наш герой погиб. Мне не хватает так чуть-чуть голды. Что нужно? Пипец, мне не хватает. Отлично. 700 голды. Немедленно. Угу. Фак, ну видишь, двое напали и конец нам. Чуть-чуть не хватило до черных туров. Чего? Все. Да? Забавно быть, если лич сейчас их добьет. Ну, вполне возможно, потому что они все на нас слили. У них ничего не осталось. Вполне может лич победить, тогда будет довольно забавно. Соломия, кстати, по убитому бараку поняла, что все. Лич, ты, конечно, сильный герой. Да, обидно, чуть-чуть не хватило голды, но, видите, все-таки надо пересмотреть свою игру футменов нашему союзнику, по крайней мере, с точки зрения выбора героев, использования заклинаний и так далее. То есть, когда, блин, у меня турены идут ломать вражеских рифлов, а он вызывает кучу деревьев, которые не дамажат практически на таком этапе, и преграждает мне полностью путь, это пипец. Да, забавно, лич выиграл. Лич затащил. Смотря на то, что он неправильно пишет 2К хаос, но тем не менее он выиграл всех. Он остался один, и он изначально тащил, и потом. Он на первом месте, я на третьем аж, кстати. Ну-ка, героев убито. 50 у меня героев убито, 50 за 42 минуты. Это ж пипец. Учитывая, что был еще один херокиллер, но он убил 16 героев. Вот что значит хейт. Я вот как бы убиваю любого. Ну, кто посильнее, стараюсь, конечно. Но так, для денег в основном убиваю. А тут чел старался фокусить нашу команду. И за счет этого... Ну, то есть он мог или Дана превосходно убивать. Ну, так-то да, получается, живых было мало. То есть жук был андедом, в него койл не летел. Обидная игра. Обидная игра, но бывают такие поражения. 700 голды не хватало до черных тауренов. Черный таурен там бы очень были бы хороши. Дом с ними очень толстый и так далее. Мы вернем Вадима в лол. Ну, сомневаюсь. Че теперь? Ну, надо прописать героя стрима, потому что уж точно этот чел затащил. Че там напишет? 2К хаус? Мы пишем просто фан. Ну, действительно, хорошо сыграл чувак за троих. Двоих убили, я думал, что все, уже все ок, но сначала он на нас напал, потом нижние напали. Но нижние и так просто на измор напали, слили всех героев, слили все армии, но зато нас добили. Но за это они поплатились. Большая проблема
в том, что в футменах многие играют не на победу, а на то, чтобы как-то что-то сделать более-менее яркое. И получается, что вот из-за этого такие ситуации. Потому что понятно, если пацаны отдадут всех троих героев всю армию, Лич просто с черными кнайтами забьет через атаку их здание. Ну, то есть, очевидно, это было довольно-таки. Тем не менее, они не пытались выиграть и проиграли, но зато нас убили. Ну да, вот Глеб примерно то же самое, что я сказал. То есть получается, что ну, не все понимают, что надо играть на победу именно, и поэтому не все побеждают. Ну, так бы, с другой стороны, мы бы выиграли, а они бы все равно вряд ли затащили. Потому что как-то наш снайпер... Не, у нижних тоже были черные кнайты, не знаю. Ну, да, да. Ну, они совершили очевидную ошибку, они слили все для того, чтобы нас добить. Добили нас, но остались без всего.